весь мир хочет получить ответ на один вопрос. Зачем я напал на Америку? Более 100 лет Соединенные Штаты держали весь мир в состоянии войны. Снова и снова мы наблюдали катастрофические последствия этой агрессии. Эти войны не принесли мира, они принесли только новые войны. США вели себя так, поскольку у них были самые крепкие в мире кулаки. Все, хватит. Это не начало войны, это конец всех войн. После Сан-Франциско весь свободный мир обратился против Атласа. Айронс окопался в своей штаб-квартире в Нью-Багдаде. Все контакты прекратились. Обе стороны знали, что теперь будет. Мы должны были прилететь вместе с 37-м десантным полком в самом начале на стадии шок и трепет. Затем отделиться, проникнуть в командный центр Атласа и убрать Айронса. Для Кормака это было именно тем, к чему он шел. Он ждал этого дня 5 лет. Планы поменялись. Зайдете с северо-востока. Будете прикрывать наших, когда они начнут атаковать цель. Есть цель. Мне даете что попроще? Простых вариантов тут нет. Не хочу выкладывать все карты на стол. У нас только один шанс достать этого ублюдка. Это все, что нужно. Я знаю. Просто выживи. Ты еще блеснешь на суде в Гааге, когда мы его туда притащим. Жду не дождусь. Ладно, удачи. Больше говорить было не о чем. Мы знали, что надо делать. Это было началом конца для одного из нас. Кингпин, Страж 2-1 подходит к БТР. Ромео Виктор 0, высота 5000 футов. Вас понял. Отсюда до Нью-Багдада идите на Бреющем. Кингпин, конец связи. Страж в воздухе. Подлетаю. Стреляй во всех, кто без маячка стража. Впереди 3 врага. На 12 единиц. Начнем с вас. Через 1.5 клика. Начинаю сброс. Автопилот запущен.
Капсула сброшена. 1200 метров до цели. Глушу систему. Переключаюсь в режим невидимки. Все понял, 01. Вы пропали с радаров. 2-1. Мы заходим с азимута 315 на высоте 12400 футов в 2 морских милях от цели. Прием. Соединяю дисплей с боевой сетью. Наша главная цель — КП Атласа. Айрон спрячется там и ведет свою войну оттуда. Вокруг города стоит несколько ракетных турелей. Это их ПВО. Если мы хотим добраться до КП, придется их вынести. Дистанция до цели 200 метров. Отключите экраны. Приготовьтесь к посадке. Вперед!
вперед! Вперед! Впереди тяжелая техника «Атласа»! Укрытие! На открытом месте танки на тро... Гедеон, прикрой! Прямо по курсу запас оружия! Митчелл, идешь с Ноксом! Хватайте «Стингер», и мы вас прикроем! Пошел, пошел! Митчелл, я тебя прикрою! Бери «Стингер»! Митчелл, хватай «Стингер», пока танки по нам не проехали! Я тебя прикрою! Бери «Стингер»! Они творят. Твою мать! Он это сделал! Мать твою, это сделал! Что случилось? Нокс ранен. Нужен медицинский транспорт. Немедленно! Нет. Это Мантикора. Отступаем. Выводите всех отсюда! Почему нас не затронуло? Айронс все учел. Для них это безопасно. Видимо, нам сделали прививки. Ответный огонь! Граждане Нью-Багдада, крепитесь. Победа близка. Оглянитесь, и вы увидите, как наши враги падают один за другим. Каждый из вас может стать тем, кто изменит мир. Да, у нас будут потери, у нас будут неудачи, но не сомневайтесь, мы победим. Вы хотите спокойной жизни, и вы ее заслуживаете. Она скоро настанет. Но для этого вы должны быть готовы драться за нее. Драться! Я много раз обманывал смерть. Был на волосок от нее. Ничего приятного, но в этот миг внезапно наступает такой покой, такая ясность. Ты видишь в происходящем неизбежный результат каждого сделанного тобой шага. И в то же время ты видишь перед собой другой путь. Тот, который ты мог выбрать, делая первый шаг. Сейчас мы все идем одной дорогой. Хорошие люди бьются за злое дело, а злодеи рядятся в одежды добродетели. Каждый из них уверен, что ангелы на его стороне. Но любой путь кончается, а смерть нельзя обманывать вечно. Мы вложили все, что у нас было, в «Атлас» и остались ни с чем. Пришло время расплаты.
Не спать. Любая мелочь может оказаться очень важной. Что это за место? Тут велись исследования. Похоже, Айронс все здесь переделал. Какие исследования? Медицинские или вроде того. Не суть. Теперь это тюрьма. Значит так. Единственный шанс выжить, не паниковать. Ждем момента. Нет, слезь с грузовика! Быстро! Вылезайте, чтоб... Добро пожаловать в Атлас! Можешь заводить. Загон открывается! Эти двое, загон Си, давай быстрее! Гидеон! В клетку! Остальные за красную линию! Загон заполняется! Через линию! Четверо спускаются на нулевой! Как ты здесь оказался? Воздушную поддержку смел удар мантикоры. Я не попал в зону поражения, но нас окружили, и их было больше. Вы отправили спасательную группу? Центр города заражен. Мы ушли от города подальше. Не думаю, что кто-то придет. Загон открывается! Так, пошли, ребята! Вылезайте из загона! Из загона, быстро! Шевелись! Иди сюда! Подойди сюда! Пошли! Начинаем движение! Давай, сюда! На что пялишься? Не пялиться! Четверо, заходи! Так точно! Блок С, встать! Так, парни, сюда, пошли! Смотри, прямо! Готово! Блок С закрывается! Не пялиться! Шевелись! Не пялиться! Пополнение! Не пялиться! Готово! Блок Т закрывается! Загон открывается! Блок Т открыт! Браслеты кверху! Готово! Готово! Блок Т закрывается! Пошли! Нет, им с рук не сойдет. Четверо в клетке. Готово. Я хотел увидеть того, кто пришел убить меня. Миссия остановить вас. Если это значило убить, не думаю, что кто-то расстроился бы. Здесь, в Атласе, мы не прощаем провалов никому. Я расстроен, трое из моих лучших наемников так опозорились. Ну, значит, так тому и быть. Зерна от плевел, сильные от слабых. Древние спартанцы понимали, что такое война. Но мы забыли об этом на 2000 лет. А твой сын, Уилл, он зерна или плевелы? Уилл стал жертвой бездарной политики американского правительства. Он умер за то, во что верил. Суть в том, что даже умерев за идею, ты ничем ей не поможешь. Ты не молод, но ты сильный, Кормак. Ты будешь истекать кровью минут 20. Хватит, чтобы понять, стоило ли оно того.
И ты. Блудный сын вернулся. Я верил в тебя. Я дал тебе второй шанс. Ты не такой, как Уилл. Забираем его. Идти можешь? Остановите Айронса. Мне конец. Тихо. Мы уходим. Все уходим. Я его взяла. Ладно, иди за мной, только тихо. Нет, я... Размерчик подходящий. Хватай его экзокостюм и ствол. Вот. С одним крылом ты не перезарядишься. Береги патроны. Бери новый, когда эти отстреляешь. Готов? Похоже, выход наружу. Илона, сюда. Митчелл, бегом к пульту, открой дверь. Скорее! Бросить оружие! Я буду стрелять! Митчелл, оставайся там! Бросай! Что случилось? Дверь заперта. Назад? Черт! Постарайся подняться, мы найдем другой путь. Митчелл, пошли. Контакт! Один час! Да, вижу его. Раненый! Контакт! Ученые вооружены и следуют в направлении снега. Насколько я знаю Илону, она захватит наверху спасательную машину. Мы заставляем ее ждать. Мантикора наносит удар. Он запускает ракеты. Багдад — это только начало. Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес — крупные города. Запуск меньше, чем через 2 часа. Твою мать! Без паники. Всем заткнуться. Илона, сюда!
проклятье! А? Дверь заперта. Попробуешь ее... Последовательность. А? Чисто. Вот оно, будущее по Айронсу. Он свихнулся. Будь я проклят, если мы допустим, что это сошло ему с рук. С дороги, пошел! Пошел! Двигаться. На землю! Полегче, давай! Господи! Эй, ты! Не вздумай шевельнуться! Назад буду стрелять! Открой дверь! Откуда бьет Мантикора? Откуда? Командный центр Атласа. В городе. Флюк, пошел! Где мы? Вот это нехорошо. Что за... Надо найти выход! Смотри! Шахта! Там, под вагонеткой! Митчелл, помоги! Давай сдвинем вагонетку! Давай, толкай! Сюда! Шевелись! Давай, друг! Черт! Митчелл! Есть! Чуть не поджарились. Там свет. Мы почти вышли. Надо предупредить штаб о запуске Мантикоры. Отлично, мы уже в пути. Скорее, Кормак совсем плохо. Сюда! Хочешь подраться? Открывай дверь. Вертушка! Вот мы на чем полетим! Движение!
понесем тяжелые потери. Атака! Да. Отличный выстрел! Проверь магазин! Поставь вспышку! Я вижу его! Пушка за 12 часов! На 3 часа! Контакт! На 3 часа! Я вижу сражение! Отлучное! Контакт! Укрытие! Контакт на 3 часа! С патронами нормально? Несем тяжелый патрон! Проверь магазин! Враг на юге! Посмотри-ка. Тут хватит мантикоры, чтобы ударить по всем крупным городам в нашем полушарии. Нужно найти Илону и Кормака. Пошли. Готов? Пошел! Давай! Вертушки! Всем, кто меня слышит, это Страж 2-1, вас не слышу! 2-1, это Кингпин. Слышу хорошо. Я уж думал, мы тебя потеряли, солдат. Айрон планирует в ближайшие 2 часа применить биологическое оружие для удара по крупнейшим городам. Ясно. Вы у нас на радаре. Высылаю поддержку для него. Кингпин, как слышите? Держись! Поднимайся. Осторожно! Кажется, работает. Включай ручное управление. Главное орудие — сила. Быстрее! Сквозь стену!
Зарядка ракетного роя. Ракетный рой готов. Он сзади. Я ему помогу, ты гони. Надеюсь, мы не опоздали.